Прекрасная практика для усиления иммунитета и жизненного тонуса. Сурья Намаскар, или приветствие солнца. Убедитесь, что нижняя часть спины, шеи и всей части тела находятся в удобном положении и делайте мягкие, медленные движения. Сложите руки вместе на уровне сердца. Глубоко вдохните и плавно выдохните. Медленно вдохните и поднимите руки вверх. Выгните спину дугой. С выдохом корпус устремляется к бедрам вниз. Вы можете дотянуться до пола, вы можете коснуться ваших икроножных мышц, колен. Главное – чувствовать себя очень комфортно при растяжке. Мы не стремимся к совершенству, а сосредотачиваемся на комфорте во время движения. При вдохе отодвиньте правую ногу вперед, вот так, левую назад, выдохните и переместите правую ногу к левой. Сохраняя состояние баланса, вдохните и выдохните. Займите позу Аштанга Намаскар. Вдохните и устремитесь вперед. Позы кобры или Бхуджанкасана. С выдохом прогиб в спине. Вдохните и выдохните. Возьмите несколько минут для отдыха. Со вздохом сделайте шаг вперед. Выдохните и направьтесь к коленному суставу, Падхасатасана. Вдохните и выгните спину. Выдохните. Намасте. Расслабьтесь. Мы делаем то же самое для левой стороны. Вдохните и выдохните. Выгнитесь дугой вниз, к Падхасатасане. На этот раз делайте шаг назад левой ногой. Вдохните и задержите дыхание. Примите позу Дандасана. Выдохните и расслабьтесь. Почувствуйте баланс. Вдох, выдох, Аштанга Намаскар. Вдохните и устремитесь вперед. Поза кобры или Бхуджанкасана. С выдохом прогиб в спине. Глубокий вдох и выдох. Возьмите несколько минут для отдыха. Вдохните и сделайте шаг вперед левой ногой. Выдохните и направьтесь к коленному суставу, Падхасатасана. Вдохните и выгните спину. Выдохните. Намасте. Вы можете делать эту практику от 6 до 12 подходов, медленно и плавно.